Так, утро следующего дня. Чуть подсушиваем лампами элементы. Ну, по мусору, как ни странно, даже меньше, чем я ожидал. Ну, есть там парочку где-то, которые надо пильнуть. На крыле больше всего мусора. В углу тут. Надо точнее, без того, что очень хочется и надо показать. Баллон чутка сел, то есть на черном видно. На серебре не было видно этого дела. Надо полирнуть, просто взять мех, к примеру, и полирнуть. Есть, вот видно? Вот баллон идет до сюда. Опа, дальше все нормально. И на капоте также видно. То есть баллон у нас вот тут вот заканчивался. Смотрим, здесь идеальный глянец. Все четенько. А дальше, сейчас лампу ловим. Где лампа? Иди сюда. Вот. А дальше есть. Ну, такое небольшое, легкое-легкое. Тут даже наждак, в принципе, не надо брать. Надо просто, ну, прогреть, чуть сгладить. Микро такая усадка все-таки есть. Но на черном. Реально серебро, какое-либо другое, что-нибудь с зерном потеряется на ура. И вот тут я опустил косячину. Попробуем сейчас лампой просушим минут 15. И попробуем точнуть. Катор есть, как бы весь инструмент есть для этого дела. Вот такие вот, как пилится. Сразу проверим. Прошла ночь. Ночью тут было примерно 18-19 градусов. Все нормальненько. Проверим, как точится волочок. По глянцу все четко. Так, отвлекают тут нас от делов. А, в общем, глянец. По глянцу все хорошо. То есть это не так, как с тест-панелями получилось, что у нас грунт упал. Вот грунт, который предназначен для мокрой по мокрому, он себя ведет нормально. И база лежит на нем четко, не тянет его никуда, и лак нормально. Тут уже я скинул, накинул, чтобы полирнуть все на месте. Ну да, чуть-чуть идет такая сморжопка. Сморжопка присутствует. Сейчас посмотрим, как она будет у нас уходить. Пока что наждак я не буду брать в руки. Я сейчас, давайте возьмем катор. Сейчас резанем сразу с ринки. Катор у нас где-то там. Катор. Напомню, что элементы с ночи сохли в гараже сами. И с утра на них поставили по 10 минут лампы на каждый элемент. То есть, ну, лак как бы просушен. Просто нету времени ждать естественно, гаражных условий. Есть чуть-чуть у нас инструменты для этого. Так. По шагреньке повторилось все нормально. Сейчас дверь тоже располируем, чтобы показать это все дело. На капоте больших прям сорин нету. Есть куча сколов, залитых лаком. Потому что просто надо было. Хорошо пилится. Ну, это прям бревно, это уже не соринка. Капот полировать буду не целиком, а вот только где эти сорины, самые крупные сорины. Вот что мне сейчас явно не нравится, смотрите, перчатка, в принципе, чистая. Делаем вот так. Мы видим микроцарапки. Берем мокрую салфетку, она просто мокрая. Вытираем, обдуваем, а вот эти микроцарапки все-таки остаются. Вот это вот я не люблю, это в бюджетных лаках такое почти во всех, пока он свежий. Теперь 2,5 за неимением ничего другого. Вообще я трезачком бы потянул. Ну, аккуратно так, мне много здесь не надо вытирать. Как бы вот, чуть-чуть сбить
матовую точку на месте среза. Этого достаточно. Потому что саму матовую точку на черном, ну, сложно убрать, она такая, так и просматривается слегка. На серебре можно не заморачиваться, срезает полироль нормально. Смотрите прикол, ребят. Начал полировать крыло. Вдоль торца даже, в принципе, и не трогал. Один круг выполировал вот тут глянец. Я думал, это полироль оседает на торце. А это протир. Тут протир. Здесь лак вытирается. Даже я вверх еще не дошел толком полировать. Здесь лак вытирается. А вот этот прикол. Я такой херни никогда, честно говоря, не видел. Я даже мехом никогда не мог протереть лак посредине на плоскости. Просто, ну, грею, горяченько, хорошо. Ухожу в сторону. Матовость какая-то. Думаю, ладно, паста говно какая-то, мензерна там тысячная. Вытру салфеткой. Вытирать салфеткой. А это уже слой лака протерся. Короче, лака, по сути, на машине нет. Капот сейчас теперь под вопросом. Делать этот капот, пытаться его выполировать. Ну, смысла нет, на торцах нахрен попробиваем все. Либо просто перелачить в другой лак. Тут надо перекрашивать уже. Сейчас попробуем потек как пилится. Как он, во-первых, точится, попробуем. Он еще мягкий, по-моему. Вот. Ну, бампер выглядит неплохо. То есть к бамперу вопросов таких как бы нет. А вот то, что грунт с баллончика чуть подсел и надо полирнуть, это да. Только на полирнуть-то надо, а полирнуть нихера не получается. Нечего полировать тут. Жопень такого рода выходит. Так это без наждака еще. Если пильнуть наждаком. Ну что, вообще до предыдущего лака дойдем. Хер его знает. Короче, такое. Такое. Вот такое. В общем, сейчас есть интерес. Все равно один хрен это перекрашивать. Показать, насколько быстро он тут пробивается. То есть, что нужно для того, чтобы пробиться. Попробуем. Вот тут добьем сейчас. И, ну и снизу добьем. Подобьем. Но снизу может быть чуть получше, потому что все-таки лак как бы наплывает на нижнюю часть. Он там хоть чуть-чуть должен присутствовать. Тут не будем пробивать, ну его нафиг, потому что потом рвать начнет. А здесь сделаем. Возьмем пасты. Это какая-то мензерна, не знаю какая. Круг средней жесткости. Это еще не самый деревянный, который есть. Принципиально прям сильно на торец сейчас давить не буду. И пилить. Причем еще тут тер на первой скорости, это я тут уже на троечке подогревал. Подогрел нормально. Да, как прямо. Вот видишь? Ой, все. Давай сейчас чуть-чуть коснемся торца, чтобы вытереть, ну там, с торца. Все, весь торец открылся. Просто шикос. Сколько я секунд потратил? Давай снизу. Ну так уж, глянем. Ну снизу волочок есть. На торец тоже лезть как бы принципиально не будем. И снизу я уверен, что не так быстро будет. Снизу, скажем так, нормально. Я бы уже остановился полировать. Потом, давай, покажи вот отсюда. Ну это иди, если будешь смотреть, что лак тут есть, то есть тут глянец. Тут не опыл, к примеру, что торец не пролакирован. Даже вот эта полка пролакирована, то есть обратная. На торец я лил. Так, ну у нас реабилитация крыла, крыло мы передуем. По-любому крыло передуем. А капот, Дмитрий сказал, что он капот все-таки будет оживлять. Но мы на это посмотрим. Ну крыло по-любому передувать. Так, чтобы без обид никому, передувать будем не этим лаком, как бы, ну, хорош экспериментов, тясечки эти, машина должна уезжать, а мы херню страдаем. Кстати, вот интересно вот тут глянуть, после замотовки, тысячка серый скотч брайт потом прошелся еще там до торцов, я как бы не вижу как такового протира вот здесь именно, вот прям, чтобы здесь. Ну, тут понятно, тут видно. Что это за херь вообще такая, я не... Ну...
Я не знаю. То есть как бы пройди сюда. Глянь ты еще. Вот видишь явный протир какой-то? Я не вижу. Что это за дичь произошла на лаке? Я не знаю. Сказать, что я его перегрел, так как Димон грел вчера, что у него круг, вода аж испарялась с круга. Я тоже так не нагрел. Нагрел до тепленького. Короче, загадка. Ехаем. Сейчас будет прикольно, если у нас что-то где-то порвет. Вот это будет счастье. Ну, пока все вроде норм. Пока. Сука, тут уже не знаешь, что ждать. Просто очково, что все свежее, и лак ведет себя вообще удивительными образами, и лить густо, скажем так, даже со второго захода, ну, стрёмно, поэтому все так припыльно, сушим, вот сейчас оставить надо минуты на 3, и потом посмотрим. У нас идет реабилитация, ну, крыло все нормально, все получилось, только ссора много, тут не убирали, даже не подметали, все равно полировать, а капот, ну, пробуем, короче, под трезак весь. Будем глядеть. Основная проблема в том, что вот даже на бампере, где все как бы новое. Мы, ладно уже, мать его, даже уберем тот факт, что капот бэушный, бампер новый. Все равно какая-то сеточная просадка идет. Но не было такого раньше у Пола. Не встречался с такой проблемой. Тут же как будто в банку херь какую-то налили. То есть люди пользуются, вроде все нормально. Продавцу никаких вопросов не предъявляют. Ну, не знаю, если бы у всех такая шляпа была, ну, уже бы, наверное, навтыкали за такое. Не знаю, результат мне не нравится. Нету идеального глянца, есть сетка. Посмотрим, что с капотом получится. Так, реабилитация капота вроде как прошла успешно. Глянец хороший, полный. Ну, остается проблема того, что лак реально мягкий и реально царапается. То есть он еще ни хрена не сухой. И, блин, ну как-то сухого остатка в нем что-то не сильно много. Так, все, то есть расстояние, смотрим, все, капот блестит, все круто, мы сейчас не обращаем внимания на кратера, потому что капот полностью не согласились готовить. То есть вот, где вот тут был ремонт, где кратеров нету никаких, все четенько. По поводу баллона, вот выполировалось, Дима отполировал, все хорошо получилось. Баллон, конечно, да. На такие какие-то ответственные места, ну, надо понимать, что потом придется подполировать, потому что растворитель из базы садит баллон, еще досаживает. Ну, на какие-то быстрые варианты вполне так пойдет хороший способ ускорить себе работу. Ну, еще тоже, на баллоне написано 1-2 слоя. Не надо рассчитывать, что вы баллоном сможете заливать какую-то риску и кратера в шпатлевке. Потому что потом он еще больше будет усаживаться. Из всех баллонов мы, в принципе, потестировали все. Единственное, что двойку нам негде тестировать. Я поговорил с Виталькой Каховкой, отправил ему. Поэтому у него там как будет возможность, он сделает обзор, ну и само собой скажет отзыв, потому что он в этой теме, его тема, он знает лучше, как должен работать материал, поэтому следите за Каховкой, он расскажет нам о нем какое-либо свое мнение. Так. Далее мы тут, ну, это еще дополируется антигалограммой, пройдется вместе с крылом, потому что крыло мы перелачили и очень много мусора насыпалось, мы тут не убирали, то есть уже не до этого времени. Надо еще будет попробовать потек пильнуть, но это чуть позже я сделаю вставочку. А пока что мы на этом заканчиваем. Будем, ну, вот, в связи с этой конченной ситуацией, мы дочистили панели, те, на которые изначально тестировали. Тоже не получился у нас тест на грунт. Грунт нам сделал подставу. Мы повторим вот эту вот покраску и попытаемся найти причину. В чем же прикол? И изменим еще для этого же лака, изменим цвет. Ну, залачиваем им серебро.
Мы просто пытаемся найти, то ли это база так садит лак, то ли это лак действительно такой, который падает в базу, потому что не имеет толщины. Будем это выяснять.